Так, сегодня я буду снимать вот в таком формате. И я иду, конечно же, первым делом в Starbucks. Гранд Ванилла Латте. Я уже не пила Starbucks 2 года. Thank you. Момент. Ну это, блядь, кофейный напиток. Просто сейчас 9:30 утра, посмотрите, все нарядные идут. В туфлях, в паке. Вообще красавчики. Реально, капитальные просто. Я приняла такое решение, что я не хочу никуда ехать, буду просто тупо идти прямо. И просто буду гулять. По-любому куплю себе косметику еще. Честно говоря, я уже даже не хочу пить этот кофе. Просто реально мне не нравится. Хотя в Америке я пила каждый день. Can I get grand vanilla latte? Окей. Вы просто посмотрите на это. Натуральная зелень. Господи, она так вкусно пахнет. Шок. Слушайте, я вот прям сейчас иду и чувствую запах фо. Где-то здесь поблизости фошно. Хочу. Слава, будем фошку пробовать? Или еще рановато? Прикольно. Нью-Йорк стайл. Мне хотелось к ним на кухню зайти, вы даже не представляете. Это видеоблог. Просто иду прямо, я вообще даже особо не понимаю, куда иду, просто иду. Еще вот здесь вот такая ракушка. Вот такая огромная ракушка. Просто погулять. Простите, пожалуйста, я не хотела трогать вашу траву. Нужно понимать тот момент, что тут все ходят в масках. У-ху. So good. На-на-на-на. Короче, у меня создалось такое ощущение, что корейцам просто тупо нравится ходить в масках. Тоже залепляют и все, и так ходят. Может, ну вот эти вроде без масок. Хз. Мне нравится, что у них у всех на всех деревьях такие штуки. Возьми конфет. Хочу, чтобы они меня залезали до смерти. Ярмарку. Обожаю ярмарки. Очень крутая тачка. Хочу себе такую. Просто вот работать, ездить, спать. На улицу, где весь шопинг. Погуляем. 2 года я не была. 3 года вообще не была. Конечно, зовут такой гость, типа, как мне все нравится. Так, предлагаю сходить в Adidas. Мне нравятся азиатские очки. Он такой же, конечно, но огромный. Красивый, очень нравится. В этом году Витя должен купить себе новый. Мы с ним по очереди покупаем. Мне нужно купить провод. Это надо маску носить. Помочь. Окей. Ладно, зайду в этот эчик. Да вот, я про что я вам говорила. Какое, блядь, безобразие. Ну, это что такое? Руки Кинг-Конга. О, Алина Клементьева. У тебя же такое же, да? Что такое все? Какое-то вот азиатское. О, а это вот Юлия Педик в таком. Ни о чем. Мы уходим. Е-бой. Залетаем. Опачки. Так, ну смотрите, тут вот появился вот такой новый персонаж. Ну, ничего. Наконец-то о нас подумали. Так, нашла я торговый центр. Can you feel me? Please.
Thank you. Так, пришла этот брендовый магазин. Кажись, я уже выросла. Вообще не интересуют эти бренды, честно говоря. Нет, ну конечно, можно купить там раз в год себе что-то. Ааа, очень вкусно пахнет. Карточка. Что это значит? Hotel Grace Seoul. Thank you. Yeah, thank you. Просто по визитке бегаю. Грейпфрут хани ти. Сейчас пойду в отель. В аэропорт ехать 2.5 часа до аэропорта. Поэтому вот мне нужно подготовиться к моему полету.